Сейчас вы узнаете, как быстро запоминать мелодии и аккорды на гитаре. Для этого вам нужно владеть музыкальным анализом. То есть вам нужно знать теорию музыки, законы, как строится музыка, почему те или иные ноты и те или иные аккорды идут друг за другом, и правила сочетания аккордов. Если вы будете это знать, то вы будете быстро анализировать музыкальное произведение, видеть последовательности аккордов, законы, по которым они чередуются, и это поможет вам быстро запоминать музыкальное произведение.